Здравствуйте, меня зовут Анна, я представляю бренд Anna Queen, и сегодня я помогу вам разнообразить свой гардероб при помощи только одной новой вещи. Разговор сегодня пойдет о брюках-кюлотах. Я расскажу вам, кому они подойдут, куда их носить и с чем их сочетать. Исторически сложилось мнение, что брюки-кюлоты не стоит носить невысоким девушкам, якобы они укорачивают ноги. Но это совершенно неправда, просто нужно уметь правильно их носить. Посмотрите на Викторию Бекхэм, она постоянно носит кюлоты, и у нее есть один секрет. Я вам сейчас его расскажу. А обладательницам пышных бедер кюлоты с легким клешем от бедра позволят скрыть лишние объемы. Вот так. Брюки могут быть не только повседневной одеждой, их можно одеть и в офис, также они подойдут в качестве вечернего наряда, все зависит только от того, с какими аксессуарами и каким верхом их сочетать. Сейчас мы вам все покажем. Начнем с делового стиля. Если у вас есть корпоративный стиль в офисе и он вам уже порядком надоел, то кюлоты — это как раз отличный вариант немножко отойти от дресс-кода, при этом соблюсти его. Например, вы берете кюлоты. Они должны быть на тон темнее, чем верх. И в тон кюлотам берете обувь на каблучке, какие-то классические лодочки. Собственно, вы сделаете свой образ свежее, но при этом не получите никаких нареканий от коллег. Предположим, после работы вам нужно быстро преобразиться в светскую львицу и пойти куда-то на вечеринку с подругами. Мы оставляем все тот же образ. Мы меняем обувь на что-то более яркое. Ну, к примеру, эти туфли меняем на эти. Добавляем яркий аксессуар. И что-то из украшений. И ваш образ вечерний готов. Для стильного образа в универ вы можете использовать босоножки на платформе. Что-то вроде этого. Кроссовки. И сочетать этот образ с футболкой или белой рубашкой. Куда носить, мы с вами уже знаем. Теперь главный вопрос, с чем сочетать. Обувь. Обязательно используем обувь на каблуке или на платформе. В этом главный секрет удачной посадки кюлот. Стоит нам одеть удлиненные носки, лодочки. Мы превращаемся в такого небольшого клоуна, да, который в коротеньких штанишках бежит куда-то по улице. Поэтому, девчонки, смотрим на Викторию Бекхэм, повторяем, обуваем лодочки. Если это осень, кстати, осенью можно прекрасно носить и зимой кюлоты, сочетая их как с пуховиком, так и с пальто. Мы просто обуваем обувь с высоким бортом, чтобы не было видно голого тела между краем кюлот и, соответственно, вашей там концом ботильонов, чтобы голая ножка у нас не была видна. Тогда носите, пожалуйста, хоть в стужу, будет все классно смотреться. Итак, по обуви мы одеваем лодочки, мы обуваем платформу, мы обуваем классические такие сандали-гладиаторы на веревочке и, собственно, выглядим отлично. Что касается верха. Кюлоты можно сочетать с топами, как, например, этот, с классическими рубашками, с пиджаками оверсайз, лонгсливами, широкими свитерами. В принципе, все зависит от времени года. Вы можете, как я сейчас, да, одеть топ, сверху накинуть пиджачок, застегнули его, и отлично выглядит. Если стало жарко, вы пиджачок сняли, и также будете здорово смотреться, например, в сандалиях, кюлотах и топе. Что касается зимы, мы одеваем широкий свитер, под ним кюлоты и ботильоны, так, чтобы они упирались в край брюк. Прекрасный образ. Аксессуары. Поскольку брюки-кюлоты достаточно сами по себе объемные, то с ними принято сочетать не очень большие сумки, но достаточно вместительные. Например, клатчи, такой пельменчик. Небольшие сумочки. В принципе, подойдет сумка с удлиненным ремешком. Главное, не перетягивайте на себя, не утяжеляйте образ крупными сумками. К слову, в нашей статье на Яндекс.Дзен вы сможете найти все упомянутые мной рекомендованные верха, обувь, аксессуары с рабочими ссылками.
Девчонки, подписывайтесь на наш канал Анна Квин. Регулярно мы будем делать обзоры трендовых новинок сезона, собирать из этих новинок классные образы. И если вам что-то понравится, вы сможете самостоятельно для себя приобрести любую вещь, чтобы скомпоновать образ. У нас в статье будут активные ссылки на Wildberries, на Озон, на другие маркетплейсы, где вы легко сможете заказать любую вещь. Аксессуар, обувь, кофточку, о которых я упомянула, или что-то из образов, который вам понравился. Пока-пока! Oh,